Ребятки, всем приветики, с вами Роман, видео создано в ознакомительных целях, не является призывом каким-либо действием. Конкурс, как всегда, два человека получают по 10 рублей на PR кошелечке, конкурс комментариев, пишите комментарии под этим видео. Сейчас мы поговорим про топ-2 сайта для заработка денег, которые не обманывают, которые реально платят. Первый сайт у нас Limak Company и SportCash. Значит, SportCash я закинул 400 рублей и в Limak тоже закинул 400 рублей. Значит, сейчас мы в Limak смотрим за развитием, проект развивается. Я сюда иду на второй кружок, мы сейчас будем выводить средства. Сейчас мы зайдем в свой личный кабинет и нажмем кнопочку «Вывести средства». И будем сюда инвестировать. Если выплата приходит, так, Pair у меня 469 доступно, 469, нажимаем «Вывести». И SportCash тоже сейчас проверим на выплату. Ссылочки на эти проекты я оставлю под видео. Так, давайте мы смотрим с Лимака, пришли ли денежки. Да, денежка приходит инстантом. Теперь давайте мы сейчас SportCash тоже попробуем вывести 52 рубля. Выберите систему, давайте на Pair, выведем 52 рубля. SportCash я тоже буду идти на второй кружок, но пока что тут депозит работает. Это такой долгосрочный проект. Тут круг здесь не один день, а 13 дней. 13% за 24 часа. Значит, сейчас мы проверяем. SportCash платит. Как видите, пришли денежки. Это топ-2 проекта, которые сейчас платят на данный момент. Где можно заработать летом. Потому что сейчас очень много скамов. Это единственные проекты, которым можно верить. Ну, которые я нашел, в которых я активно зарабатываю. Конечно, мы сюда будем еще... Значит, ссылочки на эти проекты я оставляю под видео. Я ничего не рекламирую в данном видео, я только рассказываю, где лично я зарабатываю. Я зарабатываю пока что в этих двух проектах, и я доволен. Так, сейчас 400 рублей. Вот, 400, нажимаю пополнить. Я сюда вчера зашел на 400, сегодня зашел на 400. Общался с администрацией, говорит, работать еще будем. Говорит, как минимум три кружка еще дадим. Ну и в принципе я вижу, что администрация адекватная, потому что это видно, что проценты здесь маленькие, поэтому три кружочка, я думаю, здесь спокойно будет. Вот, если верить словам, то я думаю, что конечно же будет, потому что проценты здесь не очень большие. Здесь у нас сколько? 115%, 125%. Ну и 150% там очень большие суммы, поэтому плавненько проект развивается. Я думаю, что сюда, конечно же, лучше еще инвестировать. Вот я проинвестировал еще 400 рублей в Limak. И также мы будем инвестировать в SportCash. Вот, насильно никогда ни к чему не призываю. Ссылочки будут под видео. Кто хочет, может поучаствовать. Так, теперь давайте посмотрим мои депозитики. Депозит работает. Этот проект предлагает нам 115% за 24 часа с минимальным вложением и 150% с максимальным. Вот, как видите. И можно заработать 150 за 24 часа, если вложить от 5000 рублей. SportCash предлагает нам от 13 до 20% за 24 часа депозит включен выплаты. То бишь, к примеру, вы вкладываете сюда 10 тысяч рублей, получаете 20 тысяч рублей за 10 дней. Вот. В Limak вы зарабатываете 150 за 24 часа, если вкладываете 5 тысяч. Но я пока что на минимальных вложениях, чуть позже, я думаю, мы здесь и усилимся. Так, что ж, давайте теперь разыграем наш конкурс. Давайте сейчас мы разыграем конкурс. Что там стоит защита от DDoS атак. Проекты хорошие, проекты платят. Так, у нас мегабабки, пишет топчик. Напишешь мне свой PR в Telegram. Ты, кстати, выигрываешь уже. И уже два раза выигрываешь, до сих пор не написал PR. В общем, напишешь мне в Telegram. Ладно, я тебе напишу ВКонтакте сегодня. За два раза тебе скину. Так, Дима, ты тоже напишешь мне в Телеграм. Телеграм мой, поскольку Дима у нас не так давно пишет комментарии, поэтому для него расскажу. Телеграм мой находится вот здесь. Напишешь мне свой PR кошелечек, и я тебе отправлю 10 рублей. Все, на этом мы с вами прощаемся. Ссылочки под видео, кто хочет, может поучаствовать. Не забывайте о рисках, и до новых встреч.